Несмотря на малоснежную зиму, спасатели Кустаная готовятся к паводку. Говорят, что в феврале погода еще может наверстать упущенное. Именно поэтому исследование зон возможного подтопления уже начато. Одним из самых опасных в этом плане районов является второй Кустанай. В случае обильных осадков, если будет снег лежать у вас, убедительная просьба у вас снег с территории дома увозить на улицу. Потому что если снег выпадет, Ахимат будет увозить снег с улиц домов. Потому что трактор к вам не сможет заехать, а с улицы, надо не прям как забор, а чуть можно было, чтобы не мешал ни дороге, не мешал, и чтобы трактор смог взять его снег. Помимо этого, говорят спасатели, жителям подтопляемых районов рекомендуется запастись питьевой водой и продуктами питания, подготовить медицинскую аптечку и предметы первой необходимости. Всегда под рукой должны быть документы, деньги и ценные вещи. В случае внезапного залпа, выброса и резкого подъема уровня воды, обильного волнового потока, не поддавайтесь панике. Действуйте оперативно и целенаправленно. Закройте окна и двери, отключите воду, газ, электричество, погасите огонь и печь в печи. Примите все меры по обеспечению безопасности домашних животных. Откройте двери, ворота, обвяжите их. Помимо этого, педагогам и родителям рекомендовано тщательнее следить за местонахождением детей, не подпускать их к водоемам, особенно во время ледохода. Манарбек Косколов, Ярослава Богатырева, РТН.